24-летняя нижнекамка по указанию мошенников сама скачала приложение, которое и позволило злоумышленникам списать с ее карт крупные суммы денег, а также оформить на нее кредит. А действовали злоумышленниками по старой отлаженной схеме, позвонили к потерпевшей и представились сотрудниками безопасности банка. Предложили скачать приложение, и с помощью которого они могли видеть в режиме онлайн, что происходит на ее экране телефона. Девушка вошла в личный кабинет своего банка и по указаниям злоумышленников открывала различные вкладки. Также она видела, что с ее карты кредитной злоумышленники списали 130 тысяч рублей, перевели сначала на ее счет, а потом начали переводить эти деньги уже на неизвестные счета. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В управлении МВД России по Нижнекамскому району устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Всего с начала месяца более 20 нижнекамцев обратились в дежурную часть с заявлением о совершенных в отношении них мошеннических действиях. В общей сложности мошенники обманули нижнекамку на 500 000 рублей. Как только потерпевшая поняла, что попалась на удочку мошенников, она тут же обратилась с заявлением в полицию. Сейчас этих злоумышленников разыскивают. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.